Привет. Карагандинский, нет, спасибо. Скидывай побольше, может, накачу. Чё ты? А то мне даже так на банку пива даже не хватит. Марфа, присоединяйся. Ага, хорошая очень. Чеса буду. Александр, соберись в кучу, пожалуйста, и напиши нормально, что ты хотел сказать. Марина, привет! Как делишки? Ты откуда? Ты откуда и куда? Макс! Гурген, не матерись, некрасиво! Макс, привет! Я супер, как ты? Откуда ты? Как ты? Что ты? Где ты? Зачем ты? Ах, какой хитрый! Нет! Номер я давать не буду. Пожалуйста, вот номер карты. Все. Угу. Кому ты чешешь, Алекс? Портовый салам. Ребят, какой номер? Вы что, играете, что ли? У меня телефон сломается от номера. Начнут каждый второй. Вон, пожалуйста, номер карты есть, все. Алекс, не чеши, а. С Каспи на Каспи нету никакой комиссии. Чё за бред? Портовый, супер. Я каждый первый. У тебя как дела, портовый? Марфа, ты меня не слышишь, что ли? Анатолий, портовый, ты откуда, чувак? Слышу, слышу! Выходи, подлый туз! Я с Караганды, портовый, я тебя спросила, откуда ты? Ребятки, лайкайте, пожалуйста. Что-то вообще лайки не делают. Это стена, классно. Классно, конечно, но я не люблю стену. Гурген, да, блядь, вот номер карты. Вы чё у меня бесите? Капец, тут все умеют тупого включать, жестко. Типа, а как? А чё? А я так не умею. А я это не знаю. Да уж, ребята. Мужики. Мужики. Карагандинский, спасибо. Ты решил меня так, да, подмазать? Благодарю. Милана? Мороженка. Вот если бы скинул, я бы себе реальное мороженое купила. Посмотри, нам молоко есть? Да. Ну, посмотри, сколько много.
А. Разобрался. Ну классно, что разобрался. Все, жду тогда подгон. Босягу. Готовый, да. Вау! Все, мне теперь мне хватит на батончик. Гурген, сколько не жалко? 5000 есть? Суши не ела 100 лет. Вчера просила у всех, скиньте мне на суши. Блин, как хочу. Достала? Спасибо большое. Достала, хорошо, сейчас. Сколько пришло, я же говорю, на батончик хватит. На плиточную не хватит. Если бы все, кто заходит, так делал, ну или хотя бы все, кто постоянно заходит. Ну давай, Гурген, что ты, жги. Дизели. Дизели от души. Говоришь, что можешь, можешь, а на деле не хитро. Ну, Алекс, блин, плиточная шоколадка сейчас стоит, ну вот, например, вот эта казахстанская, сколько она сейчас стоит? 500? 550, по-моему, что-то такое. Да? Марш, сколько стоит каргандинская? Гурген, ну если не жалко, я жду. Ну 500, вот фартовый, видишь? Пять минут, говорит. А, Дим, чё? Привет с рыбой. Нету рыбы. Рыбы нету. А, ну вот, так и стоит. Так и стоит, так и стоит. Не буду спорить. Не надо. А, да, что там? Новая причина — интернет. Ты молоко принес? Я тебе сейчас тресну. Я знал, что без молока меня давно не пустят. Конечно, не пущу. Я нет. Дим, куда идти не стоит? Сейчас холодно, конечно.